Привет! Мона! О, да тьян, ты мне туда кажешь, ма! Все подписчики на месте, значит, можно начинать. Сегодня у нас видео, которое заставит и удивиться, и посмеяться, и вздрогнуть от страха. Поехали! Нечто подобное я видел, когда забирал жену с пилатеса. Ну, кто рискнет выведать у него секретный ингредиент крабсбургера? Тот, кого нельзя называть, никуда не делся. Просто осел на время в Азии. Этот взгляд значит, я никогда не заходил так далеко. Что делать дальше? По словам моего деда-рыбака, он знает как минимум 3 таких места неподалеку. Сегодня я узнал, что змеи могут передвигаться еще 4 способами, помимо классического. И вот один из них. Абсолютно все в душевой будут смотреть только на тебя в этих кроссовках. Отбой тревоги! Секвойя не горит! Просто немного вспотело под первыми лучами солнца. Беднягу минимум полгода кормили низкокалорийным бензином. Che pizza. Vero pantino. Если ты практикуешь стояние на гвоздях, будь осторожен. Однажды ты почувствуешь, что тебе этого стало мало. Oh, yeah.
Когда на работе на тебя нахлынет синдром самозванца, вспомни, что критики и искусствоведы искали глубину авторского замысла в этой работе, созданной нейросетью. И все-таки природу искусственному интеллекту пока не переплюнуть. Уровень звука, издаваемого кашалотом, достигает 236 дБ. И немного напоминает мои попытки завести свою лошадку. Как сделать День Благодарения чуть экстравагантнее? Наверное, как-то так ходили в школу наши очень далекие предки. О май гад! Давай взглянем на изобретение, которое создатели скромно назвали «защитным барьером». Но я предлагаю выбрать в комментариях этой штуки более подходящее имя. Il bloque ici, les frères. Comment il bloque ici? До значения самолетов биотуалетами такое происходило постоянно. Ça a qui le tour, les gars? Je lui fais quoi? Je lui fais... Je donne un petit peu l'image devant? Друг, даже не пытайся спорить со мной на эту тему. Я и мои аргументы. Raga, adesso ve lo devo mandare, vi devo mandare sto video. Эксперты советуют откладывать 10% от каждой зарплаты. И финансовой грамотностью в этой семье, похоже, обладает только собака. Он в курсе, что носок ему здесь вряд ли дадут.
Я просто леплю снеговика во дворе к Новому году. Мои соседи на следующий день. Тот день, когда вы с друзьями первый раз встретились после карантина. Это уже не морской котик, это морской бульдог. Ты покупаешь мощную видеокарту, чтобы играть в киберпанки и батлфилды. Я покупаю мощную видеокарту, чтобы CJ выглядел так. Мы на разных уровнях. Когда я делал так на экзамене, инструктор тоже снимал меня на камеру. Те самые люксовые апартаменты с персональным выходом к морю. Перга. Caigan en la alberca, plebes. Caigan en la alberca, ¿no? A su perra madre. Está buena la profundidad, ¿eh? Они наконец-то изобрели стекло, которое положит конец всем этим фейлам со стеклянными дверями. Процесс одомашнивания человеком животных длился веками. Но вот как это происходило вкратце.